The best thing is to have two cars, two guys, one C8. Лучше, когда вы приближаетесь к школе, допустим, в которой происходит стрельба, чтобы вы были двумя машинами подъехали, чтобы вы были не одни, а еще кто-то. На территории учебного заведения ранения получили четверо детей, двое погибли. У выпускника 63-й школы было множество планов на будущее, но жизнь юноши оборвала война. Андрей Елисеев погиб на спортивной площадке своей родной школы. Не пощадили сегодня даже детей. Они в первый раз в этом году сели за парты. Уроки в школе номер 57 прервал боевой снаряд. Там тоже есть погибшие, это местные жители. У нас дети пойдут до школы и до дитячих садков. У них они будут сидеть в подвалах. Окей. So, I think we'll do two demo. So we'll do two demo, 10 guys first and 10 other guys after that, or 12. Мы сейчас продемонстрируем сначала 10 ребят, потом еще 10 ребят, мы не совсем поняли. Okay. So 10 first guy, 12 first guys here? 12, вернее. But you can watch outside too? 12 здесь, а остальные можете просто посмотреть. Ну, Свет, видишь? Ване трудно говорить, только что была перевязка. Ему сменили бинты на ногах и руке. Потом долго обрабатывали лицо, изрешеченное осколками. Колись це було навчальний заклад школи-інтернат. Однак з початку війни це фактично позиції наших збройних сил. Try to position your car where there are any windows, but the live is not perfect. But you try to be on the corner of the building. Желательно поставить свой автомобиль таким образом, чтобы с окон не было его видно. Может быть, в углу здания. Но мир не идеальный, так что по возможности. Сейчас. У нас прошла линейка. И мы пошли на первый урок, который был посвящен городу 145-летию города Донецка. Когда заканчивался урок, это было в 9:50. И в это время начался взрыв. Люка, смотри, второй этаж. Максим, смотри, третий этаж. Мы с Эриком первые. Я беру двери. Готовы? Я жду. Готов. Пошли. Так, зараз хіба. Лутовинський мутант. З-під ствола. Самому старшому, в которого попало, 21, а самому младшему лет 10-11.